Когда-то буддисты учили на свечку смотреть на огонек, да? Я не понимал, зачем вообще люди смотрят на огонек. Сейчас я понял, когда ты смотришь на огонек, ты видишь его, ты в моменте. Когда свеча не потухла, а огонек исчез, значит и ты исчез из момента. Это очень просто видеть, сколько, когда ты в моменте, а когда нет. Не просто смотреть мгновениями на свечу, а просто ты смотришь на свечу. Кроме свечи, огонька, ты ничего не видишь. Вот ты ее не упускаешь, этот огонек. Этот фитилек играющий, танцующий. Ты на него смотришь. Только он исчез у тебя с глаз, все. Ты уже должен понять, что тебя нет в моменте. Проверьте это легко. Сколько вы долго будете смотреть на этот фитилек? Многие могут сказать, я час могу смотреть, два часа могу смотреть. Минута, полминуты вас не будет. Фитилек исчезнет. 2 секунды, фитилек раз и исчез. Мысль настолько сильная, которая не даст видеть фитилек. Ум настолько сильный, который, блядь, стирает фитилек, и ну, ты его вроде же есть. Можешь руку поставить даже над ним, он же будет греть тебя, ты же понимаешь, что он греет, значит он есть, но ты его не видишь. Все понятно. Иллюзия, все, оп, фитилька нету. Ты его трогаешь, ах, блин, руки обжег, ё-моё, он есть.